среднюю зону получился этот пас. Так что Барлис выкатывается обратно. Волк ушел от Педана. А дальше передача. Михайлис Диц. Вот бросок и гол. И Даррен Диц забивает. И Даррен Диц дает шанс за 4-0-8 Борису сегодня на очки в матче. И Даррен Диц опять забивает в большинстве. Да, 5 шайб в сезоне, у Дица все 5 в большинстве. Вот лучший снайпер Борыса прямо здесь и сейчас. Итак, ключевой момент всей вот этой атаки Борыса — это проход Кёртиса Волка через правый борт. Вот, смотрите, сейчас у него шайба, и он побежал. Обыграв Педана, он сделал ситуацию 4 в 3, потому что Андрей потерял скорость. Дальше череда скидок, ну и я даже допускаю, что Бочаров здесь вообще ничего не видел. Михайлис здорово скидывает, причем вот эта скидка — это очень важный момент. Ее, знаешь, ее можно отдать в коньки, ее можно отдать сильно. А Михайлис ее прям, вот знаешь, коснулся и чуть-чуть подправил, она катилась. То есть у Дица есть время, есть понимание, как надо подстроиться под шайбу и куда бросить, самое главное. Да, Даррен Диц, его статистика была перед вами. Михайлис продлевает свою результативную серию до 11 матчей.